Упражнение 4. Назовите, кто изображен на картинке. У вас есть 10 секунд. Проверяем. Шрек, you, a girl, a woman, I, Маша, a doctor, a policeman. Вы помните, что при английских существительных всегда должен быть артикль, если существительное не является именем, а при именах артикли ставить не надо. Вы помните, что я и ты – это местоимения, а не существительные. Им артикль не нужен. I, you –